Лезгинка, картули, мтиулури, рачули и кентаури. Ученики ансамбля «Имеди» лучше всех разбираются в особенностях и разновидностях грузинского танца. Изучать их начали меньше года назад, но юным воспитанникам уже есть что показать. Для гостей из мэрии устроили концерт. Зажигательные танцы оценила и Екатерина Маркова. Грузинский танец восьмиклассница Эльза начала изучать сама еще 6 лет назад. Сначала занималась индивидуально. Недавно вместе с преподавателем основала целый коллектив. Говорит, в зажигательных танцах важны энергия, ритм и техника. Ну и это еще не все. Самым сложным это в этом это ноги. Ноги – это все. Получается, руками мы способствуем красоту движения. А остальное мы делаем повороты. Надо запоминать все, логически думать, продумывать. То есть это не только техника ног, но еще и работа мозга. Большинство участников коллектива «Имеди», что означает «надежда», грузины, но родились они в нашей стране. Стараниями родителей и грузинской общины свои корни не забывают. Хореограф ансамбля утверждает, все сыны и дочери Грузии в душе танцоры и певцы. Получается, дети уже они родились здесь, они корнями Украины, они гордо с Украины. Но они стараются тех дорогих родителей, которые приехали в Украину, и показать родителям душу ихнюю в Украине. И за это спасибо Украине, что она нас так приняла, она дала нам шанс, детям дала шанс, чтобы показать свои национальные традиции. Мы смотрим, насколько в городе программа президента, его инициативы проходят по нашим учебным заведениям, центрам. Это все, что касается патриотического воспитания детей, это все, что касается детей, которые свое творчество своего народа могут показывать и говорить о том, насколько его, их народ велик и богат. Когда танцевали дети, я чувствовал не просто хороший танец, а я чувствовал душу этих маленьких грузин и грузинок. С оргвопросами коллективу «Имеди» помогает грузинское общество имени Шата Руставели. Занимается ансамбль на базе 76-й школы. Национальным танцам Грузии здесь также обучаются украинцы, армяне и азербайджанцы. Руководители ансамбля говорят, их двери открыты для всех национальностей. Главное – проникнуться красотой и энергией грузинского танца.